Герой у нас сегодня не совсем обычный. У него нет больших спортивных достижений, однако он очень разносторонний человек. Велосипедист-любитель, а кроме того телеведущий, продюсер прайм-канала и кандидат исторических наук Андрей Думчев. С ним и его товарищем по увлечению Владимиром Фединым мы встретились по пути в Шадринск, прямо на автотрассе. 150 километров на велосипеде за один день. Показатель пусть и не космический, но на такую дорогу тоже, согласитесь, надо решиться. Андрей Думчев и Владимир Федин совмещают, извините за штамп, приятное с полезным, и день города в Шадринске посмотреть, и на велосипеде прокатиться. По городу, вокруг города как-то это достаточно интересно, но мало экстрима, мало дистанции, мало километража. А тут как бы очень хороший повод. День города в Шадринске, почему бы не съездить? Жалко, что много народу, правда, отказалось и побоялось в один день проехать 150. Ну, я думаю, в дальнейшем они уверенно свою физическую форму поправят и на следующий год выберемся более дружной компанией. Судите сами, всего дорога заняла 7,5 часов. Средняя скорость 20 с небольшим километров в час, максимальная 54. До Шадринска двое велотуристов добрались без проблем и происшествий. Предлагают повторить то же самое всем желающим. Доехали замечательно, на удивление быстро. Дорога была гладкая, слегка накрапывал дождь, но в целом все сложилось замечательно.